70-летию со дня рождения актера в Саратове открылся третий международный фестиваль имени Олега Янковского. Главная идея его – знакомство с творчеством выдающихся актеров, выпускников Саратовской театральной школы. Анастасия Куклева пообщалась с друзьями и коллегами Олега Янковского и узнала, какие спектакли привезли с собой актеры разных театров страны. Человек, сделавший себя сам. Так говорит об Олеге Янковском руководитель Московского театра «Сатирикон» Константин Райкин. В рамках третьего международного театрального фестиваля в Саратов съехались друзья, коллеги и преданные зрители выдающегося актера. Несколько часов собравшиеся делились своими воспоминаниями о работе Олега Янковского в театре и кино. Для многих современных актеров его труд стал примером в профессиональной деятельности. Дальнейшая его судьба, его карьера нас подстегивала, нам... Перед нами была цель, и мы знали, куда стремиться. То, что, ну что, человек без, так сказать, столичного театрального образования стал лучшим актером России. По мнению коллег и друзей великого актера, фестиваль – это дополнительная возможность пересмотреть фильмы и записи спектаклей Олега Янковского, вспомнить о его мастерстве, искусстве и таланте. С этого года фестиваль официально получил статус имени Олега Янковского. На сцене Саратовского театра он пройдет уже в третий раз. Безусловно, фестивалю необходимо жить. Безусловно, фестиваль должен набирать силу. Я уверена, что в дальнейшем фестиваль приобретет статус и получит патронат Министерства культуры Российской Федерации. В рамках фестиваля будут показаны спектакли с участием актеров Нижегородского, Израильского и Московских театров, а также столичных драматических студий. Так, ученики театральной школы Константина Райкина сыграют на сцене Саратовского театра класс-концерт «Азбука актера». Вот эти ребята, которых мы привезли, это студенты второго курса нашего института. У нас так уже некоторое время повелось, что мы первый свой дипломный спектакль делаем на втором курсе. Этот дипломный спектакль, он собой являет класс-концерт по материалам экзаменов первого курса. Третий театральный фестиваль имени Олега Янковского должен был открываться спектаклем «Крейсерова соната». Но исполнитель главной роли Михаил Пореченков не смог прибыть в город. Не позволили погодные условия. Спектакль перенесен на январь следующего года. Ориентировочно зрители смогут посмотреть его 17 числа. Другие спектакли, стоящие в программе, пройдут в запланированные дни. На закрытие же фестиваля ожидается приезд нашего земляка Евгения Миронова. Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.